Рыбалка. Зимняя рыбалка. Самые удачные снасти для ловли рыбы. Вместе с рыбой рипус у нас на Новильдах клюет рыба сиг. И сиг-то как раз там получается он за килограмм. 700 граммов, 800 граммов тоже попадают. Но и за килограмм это нередкие рыбины. И все они клюют на гирлянды. И рипуса, и сига, и третью рыбу корюшка, которая у нас водится на большом Кисигаче озере. Большой Кисигач славится рыбой корюшка. Ну, корюшка ловится также и в Прибалтике, и на Дальнем Востоке. Широка география этой рыбки.